Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и я продолжаю снимать видео по игре 4 элемента. Всем приятного просмотра, на старт! Итак, в последнем видео мы с вами открыли третьего персонажа книги воздуха. Это был дракон воздуха. Всего мы открыли уже три персонажа. Это фея, рыцарь воздуха и, собственно говоря, сам дракон воздуха, который был последним. Наше видео сегодня посвящено следующему персонажу, который относится к стихии воздуха. Это Пегас. Крылатый конь или крылатая лошадь, как вам будет удобнее. Но, тем не менее, этот персонаж относится к воздуху. Поэтому, чтобы на него посмотреть и узнать о нем что-то новое, то, что предлагает нам игра, мы с вами нажимаем кнопку «Продолжить» и «Старт». Начинаем восстанавливать картинку с Пегасом. О, да. Давайте сразу взглянем на карту. Вау! Смотрите, такая пирамида у нас. Вау! Да, необыкновенно, конечно. Так, ну а что? Надо играть. Давайте приступим, котятки. Нам уже даже что-то там прочистили. Здорово. Так, я не думаю, что этот уровень будет отличаться по легкости от других. Загляните в мои последние видео и посмотрите, как я их проходила, особенно уровень фея. Это было что-то с чем-то, мне даже пришлось перепроходить уровень, потому что заигралась, сидела, занималась не тем, чем надо. Я не знаю даже, как это сказать, но именно так это все и выглядело. Так. Самое главное, не заиграться бы сейчас. Так. По три фишечки нам здесь почему-то не дает игра. Я их называю тройничками. Тройничков у нас здесь нет. А, вот, смотрите, появилось. Можно, да, энергию пустить дальше. Ну и зато некоторые бонусы уже подсобрали. Это замечательно. Меня это радует. Так. Зелененькая. Ну-ка, если вот так взорвать, ну, смысла никакого, да? Ну-ка, давайте. Опустим, может быть, побольше взрыв станет. Да. Четко. Так, ну тут открываем. Ага. Хорошо. Так, подождите, вот здесь вот очень длинная у нас с вами цепочка образуется. Давайте ее взорвем. Куда у нас энергия-то потекет? Ага. Так, ну здесь тоже вот очень длинная цепочка. Все бонусы собраны, это прекрасно. Так, давайте посмотрим, мы на второй этаж, да, переместились? А, уже даже на третий. Так. Подождите, давайте вот здесь вот обрушим. И пойдем вот так вот все взрывать на своем пути. Так, подождите-ка, вот здесь вот есть ледышки. Убрать бы нам их. Зелененький здесь вот есть. И давайте пустим энергию дальше. Посмотрим, что нам тут предлагает игра. Ага. Так,
загвоздочка, да, тут небольшая? А, нет, все нормально. Взрываем все тройнички, которые можем. Так. Так, переместились мы на следующий уровень. И нам надо с вами опять пройти прямо в нижний левый угол. Так, подождите. Игра на время, и я постоянно боюсь сделать неправильный ход. Чтобы не пропасть. Вау. Здорово. Так, уроним камни вниз, чтобы они нам не мешали. Тут давайте их сломаем. Пропустим сюда энергию. Вот так вот. Последний, да? Да, последний. Слой, последний уровень нам остался пирамидки нашей. Так, ну надеюсь, здесь меня игра пощадит. Нет, не пощадила. Давайте вот здесь вот откопаем. А вот здесь вот заменим. И, собственно говоря, все. Первый слой карты Пегаса восстановлен. Давайте посмотрим, что появится на нашей картинке. Выделяя более длинные цепочки, ты сможешь быстрее накопить бонусы. Спасибо, милая фея. Вау! Фиолетовые облака с радугой. Как это красиво выглядит. Здорово просто. Хочется туда проникнуть рукой, запрыгнуть на эти пушистые облака и скакать на них, как Пегас. Так. Давайте посмотрим сразу карту. Так, в нижний угол правый, а потом по ходу течения энергии будем разбираться. Круто, конечно, сделали они это все. Спасибо. Энергию пустим сразу. Так. Что тут я вижу? Тройнички, в принципе, есть. Вот с какой стороны туда идти, сверху или снизу, непонятно. Так, давайте будем откуда-нибудь идти. Так, вот здесь вот есть тройнички, я смотрю. Так, здесь вот длинная цепочка, да, только зеленая. Давайте взорвем все это. Ба-бам! Помогло? Немножко. Все равно здесь, вот видите, замороженные фишки. Давайте разрушим их. Вау, здорово. Здорово, спасибо. Ну-ка, красненький, где видим, соберем быстренько. Так, зелененькое, красненькое что там? Фиолетовый даже есть, да? Конечно, будет вот так вот, наверное, разумнее сделать, потому что нам надо энергию пускать. Так, вот в этом маленьком туннеле, да, есть вот проход где-то там будет, да, дальше. Здорово. Так, проход-то там есть, может быть, но у нас-то здесь
Нужны тройнички. Ага, вот так вот пропустим энергию. Вот, да, вот, вот эта стрела нам должна будет расчистить путь. Так, все бонусы у нас собраны. Это вообще просто perfect. Ага, тут каша-малаша. А нет, все равно, да, мы смогли немножко. Немножко разобрались в ситуации. Так, ну и что тут? Ага, вот эту стрелу нужно активировать нам с вами. Активируем. Так, теперь вот эту стрелу нам надо с вами активировать, да? Давайте активируем. Так, теперь вот эту стрелу нам нужно с вами активировать, да? Хорошо. Как бы только это сделать? Вот так вот, да? Нет, тут лед. Все равно лед, товарищи. Вот так вот. Теперь эту стрелу, да? Да. Тоже она вся, эта стрела, льдом закрыта. Уберем этот лед ненужный и пустим туда. Так, все красные надо сразу. Подождите-ка, ой-ой-ой, интересно. Ну-ка. Так, красненький давайте сразу разрушим, где можем, потому что ледышки здесь, смотрите, сколько. Конечно, можно их попытаться порушить. Во. Так, и все, да, это прямая. Финишная. С какой стороны энергию пустишь, с той и потечет. Замечательно. Котятки, замечательно. Второй слой карты Пегас установлен. Уже, да, немножко совсем времени оставалось. Вот буквально на донышке этой колбы временной. Но мы с вами справились, самое главное. Вау. Сказочная арка появилась у нас среди облаков. Это становится интересным. Ну-ка, давайте не будем откладывать и приступим к третьему слою. Ой-ой-ой, как далеко-то все. И непонятно. Давайте посмотрим. Так, ну сначала середину, потом вокруг этой середины. У разработчиков была просто обалденная фантазия по строению уровней. Даже не знаю, что тут взрывать. Тут так много различных цветов. И красные, и какие угодно. Так, сейчас нам куда? Вниз вот так, да? Огибаем. Тут
треугольник. Так, так. 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 Да, 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 понятно. Остановились мы на этом, называется. Ладно. Так. Ну-ка тут. И все, да, как всегда. Да, и на этом все. Давайте вот эти красные взорвем хотя бы. Зеленые. Ну-ка. Тогда идем наверх. Подожди-ка. Давай-ка сюда энергию пустим. Ай, поспешила. Здесь три красные так хорошо стояли. Можно было спокойно там все это. Расчистить. Ну, увы. Я этим не воспользовалась. Что же мне теперь делать? Как исправлять ситуацию? Давайте лопатой воспользуемся, чтобы время не терять. Бог с ней, наберем еще зеленых. Так, что тут? Вектор показывает, что надо вот к этой стрелочке идти, да? Угу, теперь, значит, мы должны вот так вот, да, сделать круг. Треугольный круг. Ну ладно, пусть будет так. Опять немножко не достает, да? Может, красненькая упадет сюда куда-нибудь, нет? Давай-ка. Вот так вот сделаем. Угу. Великолепно. Так, опять к этой стрелочке, да, у нас надо энергию подвести. Хорошо, сделаем, что можем. Так, а теперь вниз стремимся. Так, тут у нас каменные якобы плиты, но выглядят они не как каменные, а как железные все-таки. Здорово. Угу. Где еще есть тройнички? Тут есть тройничок. Бесподобно. Сама удивилась, представляете? Так, половина времени осталось, да? И мы еще даже половину пути не преодолели. Вот что самое грустное в этой игре. Вау! Так, идем. Угу. Надо ускоряться. Без шуток. Надо ускоряться. Очень медленно все у нас с вами проходит. Давайте-ка набирать темп. Так. Тут желтые. Так вот. В
Бесподобно. Только вот здесь бы тройничок. А, вот есть тройничок. Так, что тут? Тут опять мелочь всякая, да? Красных нет у меня. Ну-ка, вот здесь вот есть красные. Давайте-ка их взорвем. Соберем бонус с красных. Так, сейчас вниз нам, да? Да, вниз в срочном порядке. Давайте, 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 давайте. Взрывайте мне все, что вы видите. Так. Сюда. Пожалуйста. Спасибо. Идем вниз. 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 Так. Ага, тройничков-то не дает, да? Ну-ка, сюда. Сейчас мы тут сорвем. Ну-ка. Хорошо. Ну, вроде бы да. Ой, прям нервничаю я так. Уже все, вот я уже, ну, почти приблизилась к окончанию. Я прям все начинаю нервничать. У меня глаза разбегаются. Ой, ужасно, конечно. Давай. Давайте воспользуемся здесь бомбой, чтобы убрать этот лед. Ах, вот здесь бы бомба нам бы пригодилась тоже, да? Ой, неправильно. Ох, да. Ох, да. Как я рада. Как я рада. О-о-о. Тоже на последних буквально минутках, секундах. Энергия может протекать и через замороженные клетки, если под льдом нет земли. Спасибо. Вау. Летающие какие-то острова. Замок. Огромная просто на весь небосклон. Арка, радуга. Супер, конечно. Осталось только самого Пегаса увидеть. Одного только, один слой остался. Вот сейчас мы с вами пройдем уровень. Я надеюсь, без перепрохождения с первого раза. И мы с вами увидим, как выглядит сам Пегас. Задача мне ясна. Пусть будет так. Через вот эту маленькую, что ли, только дырочку. Опять кругом одни замороженные фишки. Ну, то есть стрелы спрятаны среди замороженных фишек. И как хочешь, так и собирай. Бонус бомба, я не знаю. Бонус лопата. То есть для бонуса бомбы мне нужны красные фишки. Коих тут нет. Есть, но мало.
Что же это такое-то? Где еще есть что? Зеленый. Лопату уже давно я... Мне нужна... Бомба. Ну-ка. Да. И опять, да, тройничков нет? Что-то я не соображу. Тут все среди камней. Опять мне нужна бомба. А где я ее возьму-то, товарищи? Вы что? В своем уме-то вообще нет? Это же я сколько здесь буду сейчас мудохаться сидеть? Ой-ой-ой. Ну и ну. Я прям вот сижу и думаю, а вообще браться мне за прохождение третьей книги-то, где с водой все связано, или лучше не стоит? Потому что ну его нафиг. Так все долго. Так все сложно. Да. Нервы сдают. Куда нам, собственно говоря, идти? Сюда куда-то? Было бы здорово, если бы там не было фишек замороженных. Вот этих вот. Что, лопату, что ли? Лопаты нет пока, да? Ну-ка, сейчас есть. Есть. Пустим энергию туда, пусть она идет. О, боже, да что ж все так сложно-то, а? Ё-моё. Дальше что? Ага. Сюда вниз, да? Ну, как бы да, желательно. Тройничок. Четверничок. И все равно нету, смотри, чё. Нету нигде отверстия. Ну-ка, давай вот это взорвем. Что тут нам поможет что-нибудь? Да, спасибо. Спасибо, появились тройные. Спасибо большое. Тут камни целая куча. Ну, окей. Давай-ка вот так сделаем. Так. Правильно же я иду вниз, вниз, вниз. Самый низ нам нужно. Давай, взрывай все, что можешь. Так, дальше куда? Дальше направо. Если нам игра позволит. Угу. Фигов тут называется.
Так. Дальше что? Дальше одни сложности. Ничего нового. Пусть будет так. Пусть будет так. Давайте перемешаем фишки. Раз уж... Вау! В своем ли вы уме? Все, прямая осталась, да? Ну, конечно, прямая-то осталась. Но она только вся заделана льдом. А ни бомбы, ничего у меня нет. И это очень грустно, котятки. У меня действительно ни бомбы, ни лопаты, ничего нет. А время все, время исходит. А мне нужна лопата. Мне нужны зеленые фишки. Или подмена. Нету ни того, ни другого. Будет очень печально закончить на финишной прямой. Но я так понимаю, у меня, ну, так и получится. Ну-ка. О, да! О, да! Пегас, как же ты тяжело мне дался! Это просто, просто трэш, трэш, трэш. Я не знаю, буду ли я проходить книгу воды, потому что там, мне кажется, будет все намного страшнее. Это будет просто... Не все стрелы энергии помогают тебе продвинуться к цели. Некоторые из них могут оказаться ловушкой. Спасибо. Пока не попадались ловушки. А вот он и замечательный, красивый, белоснежный, крылатый Пегас. Давайте восстановим последний слой данной главы. Восстановим текст. Перейдем к уровню с поиском отличий. Тоже 5 отличий у нас здесь с вами. И давайте, собственно говоря, приступим. Так, первое отличие. На правой картинке у нас на замке с вами есть флаг, а на левой нету. На замке. Давайте его уберем. Также с замком у нас, видите, отличие связано. На левой картинке у нас с вами 3 башенки, а на правой всего лишь 2. Поэтому давайте уберем. Точнее, наоборот, да, вернем, восстановим башенку. Так. Может быть, у самого Пегаса какие-то отличия? Да. На левой картинке, видите, здесь такая прядь волос из гривы выбилась и как бы на шею закрывает, а на правой нет. Давайте вернем, чтобы он был с развивающейся гривой. Также есть изменения у нас с вами на арке. Видите, на левой картинке всего 3 кольца слева и 3 кольца справа, посередине нет. А на правой картинке все кольца на месте. Давайте уберем. Без одного кольца у нас с вами арка должна быть. Так, и изменения, 5 отличие связано вот с этим деревом. На левой картинке дупла в дереве нет, а на правой картинке в дереве есть дупло. Вот и все 5 отличий. Что нам скажет фея? А, пока ничего не сказал. Фея пока ничего не сказала, что мы типа восстановили всю книгу, и вообще мы большие молодцы. Ой, Пегас, как же ты тяжело мне дался. Давайте почитаем про него. Когда на востоке загорается утренняя звезда, в слабом сиянии ее лучей открываются врата, ведущие в невероятный сказочный мир. Там, на летающих островах, живет небесный народ. Когда из ворот восточный ветер врывается в наш мир,
он превращается в белоснежного крылатого коня, дарующего вдохновение. Пегас дарует всем творческим личностям, всем людям, занимающимся творчеством, вдохновение. С приходом рассвета, с приходом утра, как только, то есть на востоке загорается звезда, и вместе с восточным ветром в наш мир прибывает вдохновение, он же Пегас. Вот такими вот удивительными свойствами обладает конь под названием Пегас, крылатый конь. Ну что, мои дорогие котятки, книга воздуха полностью нами с вами пройдена. Открыты все персонажи: фея, рыцарь воздуха, дракон воздуха и, собственно говоря, Пегас. И осталась последняя книга воды. Сила трех могучих стихий – земли, огня и воздуха – вернулась в волшебную страну. И я хочу сказать тебе огромное спасибо от лица всех ее жителей, о Китти Ф. Но осталась еще одна стихия, и нам нужен ключ. Жми на старт. Да, три книги, три стихии мы с вами уже прошли. Книгу земли открыли, восстановили силу земли. Книгу огня открыли, восстановили силу огня. И силу воздуха тоже мы с вами восстановили, открыв книгу воздуха. Осталась четвертая книга, книга воды. Но к ее открытию мы с вами перейдем в моих следующих видео. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажмите на значок колокольчика, чтобы получить уведомления обо всех видео, которые выходят на моем канале. Я надеюсь, что я все-таки сниму книгу воды тоже. А с вами была Флэффи Китти. Смотрите только полезные и качественные видео. Я вас всех очень-очень люблю. Всем пока-пока. Всем мяу.